Религиозная обстановка на сегодняшний день по Восточно-Казахстанской области стабильная. У нас действует 12 религиозных объединений. В целом мы постоянно с ними контактируем. Одним из направлений работы управления по делам религии является профилактическая работа от попадания под влияние деструктивных религиозных течений среди населения. Мы такую работу проводим, особенно среди молодежи. У нас действует программа грантов для обучения. У нас есть Египетский университет Нур Мубарак, и у нас имеются гранты Акима области. То есть, если человек, студент, стремится получить знания именно в религиозной сфере, то мы можем предоставить ему эту возможность, и он где может за счет грантов Акима области обучиться бесплатно в этом университете. То есть ежегодно выделяются 3 гранта. То есть мы, студенты, активно интересуются. Мы активно взаимодействуем с управлением образования. То есть на сегодняшний день мы с ними организовали совместную работу. Это так называемые школьные чаты, где мы предоставляем демотиваторы. И дальше они распространяются в школьных чатах. Там показывается влияние вот этих всех деструктивных течений. То есть в доступной для них форме, чтобы им было понятно, что это как опасное явление такое, чтобы они как бы всегда тоже задумывались, где-то спрашивали, всегда обращались за советом к старшим, взрослым. Реакция родителей, они в целом это понимают, что это работа направлена для того, чтобы обезопасить в будущем этих самих детей.